От мокрого снега до метели. Таковы прогнозы татарстанских синоптиков на сегодня. В большинстве районов республики ожидаются осадки. Погода только стимулирует столичных дорожников и коммунальщиков. В среднем за день с улиц Казани вывозят свыше 3000 тонн снега. Сотрудники управления административно-технической инспекции Казани начали проводить рейды. Этой зимой очищать город от снега будут по новым правилам. Запрещено, например, перебрасывать сколотый лед и загрязненную песко-соляную смесь на газоны и кустарники. Здесь несколько моментов, где можно сделать жалобу. То есть на сегодняшний день горячая линия работает как департамент ЖКХ, так и интернет-приемные. Также работает и в рамках административно-технической инспекции. То есть это телефон приемный 236-81-18 и горячая линия 222-0303.